Доброго времени суток, уважаемые зрители. Сегодня прошел съезд партии «Батьківщина», на котором Юлию Тимошенко выдвинули в кандидаты президенты. Это один из динозавров политики украинской. Это один из реальных конкурентов Порошенко, действующему президенту Украины. Эти выборы 2019 года, будут битвой динозавров. Все псы режима Порошенко брошены на борьбу с Тимошенко. Множество финансирования выделено на рекламу против Тимошенко. Создаются мультфильмы, видео и иные пропагандистические ролики, направленные на унижение и дискредитацию движения Юлии Владимировны Тимошенко в президенты Украины. Все парахоботы и иные прихлебатели власти получили разнарядку и, так сказать, темники, как действовать против этого кандидата. Большие силы брошены на дискредитацию Тимошенко. Мы, как граждане Украины, будем наблюдать за этой битвой гигантов, так как реальным конкурентом Петра Порошенко является лишь Тимошенко. Нам не остается ничего, только как наблюдать, кто победит в этой борьбе. Позже я сделаю предсказание о выборах на 2019 год по своим технологиям. Спасибо за внимание.